В эту субботу, 14 сентября, Карачаево-Черкесия будет отмечать двойной праздник – День Республики и День города Черкесска. Жителей и гостей нашего живописного края ждет немало приятных сюрпризов. Праздничные мероприятия развернутся в разных уголках республиканской столицы. С программой активностей можно ознакомиться в социальных сетях на аккаунтах мэрии Черкесска, Министерства культуры Карачаево-Черкесии и других региональных ведомств. Приходите, будет интересно. Мы постарались для гостей и жителей города Черкесска подготовить праздничные мероприятия, которые, надеемся, поднимут им настроение. Все наши мероприятия мы постарались сосредоточить вокруг семьи и вокруг деток. Это больше детские программы. Большая часть мероприятий пройдет на Зеленом острове, но кульминацией нашего праздника в субботу будет открытие света музыкального фонтана, который, мы надеемся, станет любимым местом для жителей города Черкесска, где они смогут проводить время не только сами отдыхать, но и проводить время с детьми. Запланирована акция «Знамя Победы», которая станет стартом патриотическим мероприятиям, посвященным 80-летию Победы. Также мы планируем провести концертную программу, где будут участвовать воспитанники детских музыкальных школ города Черкесска, выставка художников наших юных детской художественной школы. Также будет книжная выставка, где проведут мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, где желающие смогут подойти вместе с детьми и провести приятное время. Будет организован аквагрим и развлекательная детская программа с аниматорами. Принято решение отказаться от больших увеселительных мероприятий. Мы не будем проводить на площади большого какого-то концерта вечернего. Мы решили превратить этот праздник в возможность семьям, детям, молодежи собраться вместе и в течение всего дня попробовать разные активности в разных направлениях. Большую программу подготовили различные министерства, ведомства. Вся она сейчас уже опубликована. В течение всего дня в парке Столетия, на улице Первомайской, на улице Ленина и в парке Зеленый остров будет организована большая разнообразная программа, чтобы от мала до велика каждый нашел себе интересные активности.